Всем привет! Еще одно видео по работе с CES 2. С помощью этого девайса сейчас буду пытаться считать прошивку СБУ мотора BMW E65 3.0 дизель 2003 год. Запускаем программку. Заходим в меню выбора. У меня уже все выбрано. Я тут щелкал, но запоминает последнее все, что выбирал. Видите, BMW 730D 3 литра. 218 лошадей, Bosch EDC 16C31, через OBD2, все отмечено, выбираем, выскакивает табличка, считать, записать, восстановить и настройки, выбираем рейдинг, считать, подтверждаем. Здесь считать полностью и считать частично. Выбираем считать полностью. Просит так, что просит подключить, ну, стабильное напряжение к автомобилю. Ну, какое-то зарядное подать, чтобы напряжение стабильное было. Я использую стек 7. У него есть функция подачи напряжения. Правда, там слабо, 7 ампер всего лишь, но я думаю, что хватит. Аккумулятор подсевший, видите, батарея с ним 12,2 показывает, подтверждаем. Так, просит включить зажигание. Программа, включаем, проверяет, ну, проверку делает система коммуникации. Так, проверила, просит выключить зажигание, выключаем зажигание, подтверждаем. Видите, зарядка 12,02. Вообще это маловато, насколько я знаю. Желательно, чтобы было 14, около 14 вольт. И зарядное какой-нибудь ампер 30-40. Как бы везде про это много где пишут. Так, вот видите. 12,41. Так, просит опять подключить нормальное зарядное. Теперь просит включить зажигание. Включаем зажигание, нажимаем ОК. Это все нужно делать желательно зарядным, на заряженном аккумуляторе, чтобы в этот момент ничего не село, не вырубилось, не пропала там зарядка никакая. Так, все считано, мои все данные. Спрашивает, продолжать процесс или нет. Ну, как-то так. Продолжать. Нажимаем ОК. Справа видите в окошке, ну, блок, который мы читаем имя, данные, вин-код, там все-все-все, номер блока, я так понимаю. Все, пошел какой-то процесс, пишет, что какое-то время займет это все. Так, 6 минут оно предлагает это все делать. Я скорость немножко тут увеличу, видите, как у меня быстро секунды бегут. Зарядка в районе 12 вольт держит зарядная. Аккумулятор был подсевший. На аккумуляторе, когда я проверил напряжение, показывало 11, ну что-то такое, 11,8 вроде бы. Ну, аккумулятор с ТТЖМ. Так что он не сядет. Аккумулятор как бы хороший. Просто он подсел немножко. Машина стояла долго с включенными там музыкой. Так, все читается, 94, 5, 6, ну, процесс идет, в общем. Так, все считалось, теперь выскочило окошко, предлагает программа сохранить считанную прошивочку куда-нибудь. Ну, сохраняйте куда хотите, я сохраню, создам папочку, назову ее как-нибудь мотор. BR53105 по вин-коду. DR5305 для чипа, под чип, вот так. Прошивочка считана, сохранится сейчас. Мы ее потом отправлю ее как в какую-нибудь контору, которая занимается калибровочкой. Все это сделают и шью ее обратно. Так, E65. Так. Сохранить ее. Какую-нибудь папку создать для этих целей специальную. Можно.
обозвать ее как-нибудь. Ну и все, прошивка сохранена. Так, просит программу выключить зажигание. На этом видите, процесс не окончен еще. Выключаем зажигание. Потушить панель как-то, так, дашборд. Ну, я так понимаю, так. Все. Запись, считывание, точнее, в комплекте. Ну, все считалось, все правильно. Это у меня она спрашивает или что, я же не знаю. Ну, окей, все. На этом все окончено. Вот такая процедура с помощью данной программки. Через OBD2 считать прошивочку. Заняло сколько это? 8 минут, ну, пускай 10 там. Пока выбрать, пока пощелкать. Программа интересная. Купил в Китае. Недорого, относительно недорого. Выбор очень большой. Вот я вижу почти все машины, все моторы, точнее. До 50-й, от 30-й до 50-й. Ну, 6-литровый, наверное, нету смысла. Так. Ну, марки тоже все. Какую-нибудь такую интересную. Где-то у меня тут было. Вот у меня рядом стоит тут Citroen. Я уже вроде показывал где-то. Оп. Так. Ксантия старенькая какая-нибудь. Что тут есть? Вот захочу я на Ксантию сделать чип-тюнинг. Где Ксантия? Нету Ксантии. Или есть? Есть. Ксантия, вот она, вот. Все, всем пока, удачи.